Всем привет! Друзья, дела на кухне уже закончены, все приготовили. И по традиции мы сейчас вам покажем, какой у нас получился красивый новогодний праздничный стол. Да. Я очень старалась, все готовила с любовью, конечно же, чтобы все получилось красиво, вкусно, чтобы нам понравилось и вам понравился наш стол. Кстати, вот наша елочка красавица, Платошек с бабушкой ее украшали, наряжали. Отлично. Вы елочка. Уже видели эту елочку в новогоднем поздравлении. Напишите мне в комментариях, понравилась ли вам наша елочка. Ну давай уже показывай. Ну давайте перейдем к столу. Вот такой красивый получился у нас. Пробежимся. Чуть-чуть. Вот так. Все, аппетитненько выглядит. Сразу, как всегда. Ну, классика жанра. Это у нас гренки, бутерброды со шпротами. Они есть на канале. Да, мы и они готовим, у нас традиционные. Готовим на каждый Новый год, на каждый стол. Да. Такие вот красивые, аппетитные, свеженькие. Отлично выглядит. Ну, здесь все домашнее, мокренькое такое, холодненькое. То с греночками очень сочетается. Да. Здесь у нас стоит текила домашняя. Все домашнее. Все домашнее, да. Перцовочка, отцветка. Да, перцовка отличная. Так, это что? Это коньяк. Да, это коньячок. Все рецепты есть на канале. Смотрите, да. Готовьте лимончик под закусончик. Смотри, я уже в рифму разговариваю. Да. Хорошо получилось. Ну, ты знаешь, как раз перцовочка то, что надо. Салат, гранатовый браслет. Антон мне подарил новое блюдо. Я уже, конечно, этот подарок приняла. Уже на него салат уже сделала. Да, неожиданный цвет такой. Блюдо очень красивое, бирюзового цвета. Вообще, обожаю просто посуду. Как всегда, свеча стоит в центре. Да, мы ее зажжем на Новый год, когда вот будет 12 часов. Ну, немножко раньше, конечно. Так. Новое блюдо. Красота. Яйца, фаршированные печенью трески. Это рецепт этих блюд, это закуски, что-то заговорилось. Да. Вы уже посмотрите перед Рождеством. Я обязательно его выложу на канал. Они получаются очень вкусными, нежными. И красивые, очень красивые. Ну, холодец, это тоже у нас классика жанра. Холодец такой вот хороший, застыл. А вот это, гвоздь друзья... программы. Та-да-дам, барабанная дробь. Гусик. Гусь, запеченный с яблоками и сливой. Он сочный, покажи, сок там прям вытекает. А здесь у нас спрятался символ года. Приходящего года. Да. Желтая свинка. Так же. Симпатичная. Пусть этот символ нам и вам принесет только все самое лучшее в новом году. Шубка. Ох ты. Это по заказу Антона. Да, друзья. Шубейка. Ничего не могу. Покажи ее вот так. Я ее оформила в этом году, как вот веточка ели, елочки такие вот. Ничего не могу с собой поделать, просто обожаю эту шубу, без шубы не Новый год. Именно этот вариант, двойная шуба, самая вкусная, сочная получается. А это у нас, блинчики с мясом, это заказал Платон. Блины он просто обожает, говорит, мама, я хочу блинчики. Ну, конечно же, желание ребенка для меня, да, поэтому сделала ему блинчики. Ну, не ему и нам, все будем кушать блины, так что так, в нашей семье очень любят блинчики. Тут? Компотик? Компот, да, мы соки не покупаем, я сейчас закрываю компоты летом по сезону. Отлично, очень вкусный. Выглядит вкусно. Клубничный компот с мятой, видеорецепт на канале. Отлично. Так, это у нас вискарь. Вискарик, домашний, кстати. Да, да. Что-то я смотрю, бутылочка уже немножечко опустошилась. Была же полная. Это я просто это, дегустировал, знаешь, как оно бывает. Уже провожаешь старый Новый год, да? Ну, еще нет, но и да. Ну и да, как-то. Шампанское, как же Новый год без шампанского. А это... Закусончик. Грибочки. Очень хорошие, маринованные грибочки. Обалденные грибочки, всем рекомендую. Просто на улет. Все съедается, друзья, ничего не остается. Все рецепты на канале. Заходите, смотрите и готовьте. Нет, вот этого рецепта. Это у нас бастурма. Признаюсь, положив сердце на руку на сердце, это покупная бастурма. Мы научимся. Обязательно я научусь ее готовить. Да, обязательно. Помидорчики. Вот они и на канале есть тоже. Отличные. Просто обалденные. Да, вкусные помидоры, закусывай. И вот это... Просто красота, смотрите, друзья. Очень вкусные блины с красной икрой. Одним словом, не двумя, по-богатому. Захотелось побаловать себя вкусняшкой.
Это новый салат, новинка, который называется суши с красной рыбой. Очень нежный, красиво смотрится на праздничном столе. И, конечно же, хочется его уже скушать, попробовать. Видеорецепт салатика на канале. Заходите, смотрите, готовьте. А как он пахнет, просто бомбезно, да, друзья. Обалденный запах. А, красота. Аромат уже просто по всей квартире стоит. Уже полный рот слюны. Хочется уже все попробовать, покушать, посидеть, веселиться, отмечать. Друзья, Новый вы, кстати, год. Напишите, какие у нас с вами совпали блюда. Вот, мне очень интересно, что вы приготовили по моим рецептам. Понравились ли вам эти блюда? Обязательно мне пишите вот после Нового года, когда отпразднуете, все попробуйте. Спросите у своих друзей, родственников, потому что когда вы пишете, что вам нравятся мои рецепты, мне очень-очень приятно, честно вам говорю. Я очень радуюсь, это для меня большой-большой стимул. Вот такой у нас получился праздничный стол. Я надеюсь, он вам понравился, понравилось да. вам я тоже это надеюсь. Видео. Мы старались и для вас, и для нас. Сейчас будем провожать Старый Новый Год, встречать Новый Год. Но... Обязательно выпьем за ваше здоровье. Конечно же, потому что мы готовим вместе с вами и отмечаем вместе с вами. Это видео вы будете смотреть в новом году. Так что, дорогие мои и любимые, с Новым Годом! Ура! Ура!